На очередном заседании Республиканского оперативного штаба главой Адыгеи Муратом Кумпиловым было принято решение снять ограничительные меры для владельцев личных подсобных хозяйств для проведения весенних полевых работ. Актуальной проблемой в аграрном секторе в период весенних полевых работ является обеспечение своевременного и качественного выполнения технологических операций по подкормке озимых, подготовке почвы и посеву яровых культур. Сельхозтоваропроизводители Кашхабльского района в целом оперативно и слаженно справляются с поставленными перед ним задачами. На сегодняшний день полностью завершена ранняя весенняя подкормка, химпрополка озимых колосовых культур. Произведена более чем на 70%, уже начат сев подсолнечника, кукурузы и сои. О ходе проведения сезонных полевых работ нам подробно рассказал начальник управления сельского хозяйства Заур Самоков. С наступлением весенних погодных условий для ранневесенних работ на поле все фермеры района вышли, можно сказать так, в оптимальные сроки. Первой задачей стоит, значит, это сохранение озимых колосовых культур. Это мы весной посеяли более 18 тысяч гектаров. Это около 15 тысяч гектаров озимой пшеницы, 1600 гектаров ячменя озимого и рапса, тоже около больше 1000 гектаров было посеяно. И задача номер один, значит, для сохранить посевы озимых колосовых культур. Значит, ранневесенняя подкормка полностью завершена в районе. Это на площади 18 тысяч гектаров озимых колосовых культур. Фермеры приступили к химической обработке. Это химпрополка озимых колосовых культур. На сегодняшний день 76% полностью уже выполнено по химобработке. Они сейчас работают против сорняков по озимому клину, я имею в виду. И параллельно, значит, жидкими удобрениями. И, конечно, по болезням тоже сразу отрабатывают. Это, естественно, зима была теплая, болезни, как бы, они их никуда не убрать. Так что сейчас они работают тоже параллельно сразу и по болезням тоже. Также фермеры приступили к севу, значит, подсолнечника и кукурузы. В районе, значит, в этом году план сева яровых культур составляет чуть больше 16 тысяч гектаров. На сегодняшний день полностью посеян овес на площади 520 гектаров, также полностью посеян яровой ячмень на площади 320 гектаров. Начали сев подсолнечника, значит, при плане 8200 гектаров, на сегодняшний день посеяно 3600 гектаров. Начали сев кукурузы на площади, значит, при плане 6000 гектаров, чуть больше 6000 гектаров, на сегодняшний день уже посеяно около 1000 гектаров в районе. Также приступили к севу, значит, сои. В этом году мы планируем посеять 500 гектаров сои. Мы каждый год как бы 500-600 гектаров сеем, в этом году мы планируем 500 гектаров. Уже приступили, первые 30-40 гектаров уже посеяны. Но если сравнить с прошлым годом, то в этом году, значит, фермеры начали раньше, чем в прошлом году, сев яровых культур. Где-то, можно сказать, где-то на недели 2, 10-12 дней, так начали раньше. Это из-за ранних весенних погод, которые пришли в этом году. Они раньше посеяли. Фермеры были полностью готовы к севу яровых культур. Они вышли на весну полностью обеспеченными и семенным материалом, и ГСМом, и техника у нас достаточно в районе. Это более 300 единиц у нас только тракторов в районе. Опрыскователей достаточно у нас, и селок тоже достаточно для проведения в оптимальные сроки всех полевых работ.